В Иванове появится аллея славы актеров, работающих во Дворце искусств. Такая идея возникла почти год назад во время бенефиса заслуженного артиста России Андрея Булычева. После спектакля «Боинг-Боинг» актер Евгений Семенов подарил юбиляру сертификат на посадку дерева. Это часто, кстати, практикуется во многих театрах, а уж не говоря, что есть аллея звезд, там, где и ладони, и ступни оставляют на память. У нас здесь будет аллея древесная, друидов. Вот, и я замечательно к этой идее отнесся и ее поддержал. С декабря прошлого года творческое сообщество ожидало подходящий для посадки дерева по лунному календарю момент. И вот этот день настал. Первым деревом будущей аллеи стала береза. Ну, моя хорошая, расти! Расти, говорит Андрей. Все, что я в жизни узнал. Я подержу. Артисты драмтеатра уверены, что это только начало. Традиция обязательно укоренится. Аллея славы будет расти вместе с уровнем мастерства ивановских актеров. Эта инициатива нашего артиста Евгения Семенова вызвала большой всплеск в общественности. Спасибо огромное Галине Константиновне Годиной, которая поддержала эту идею. Следующий, кто продолжит эту традицию, это будет Светлана Владимировна Басова. 12 октября у нас открытие сезона, ее бенефисом. И дерево будет сажать она. И артисты других театров тоже с удовольствием присоединятся. Скорее всего, новые деревья появятся у Дворца искусств уже в следующем году, когда наступят подходящие для посадок лунные сутки. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.